Ай, кирка копает быстрее всего чек. Итак, первое у нас на очереди деревянное. Ну, это я просто так взял вещи по фану. Так. Давайте копать. Так, если что, она уже почти сломалась. Ух, это складываем вот сюда. Наконец-то каменная. Хоть и долго, но... Изумрудики не выпадают. Железо это должно. Так, типа новые текстуры пайки, да. Я играю на 1.17. Версия такая. Это я проверила, вообще идет. Так, погнали. Давайте сложим. Я щит один, вы не против? О, железная кирка. Так. О, сколько ресурсов. Уже четвертый опыт. Куча изумрудов. Копаем, копаем. Тут, по-моему, стена очень длинная должна быть из изумрудов. О, 21 изумруд. И эта кирочка неплохая. Ее мы сюда положим. Так, но пока что быстрее всего это у нас железная кирка. Это пока что. Алмазная кирочка. Дальше у нас идет. Ну, сейчас это и мы должны тоже очень быстро копать. По идее. А? Ну, пока что на эффективность быстрее всего у нас железная кирочка. Так, алмазики. Как раз последняя кирочка. Ну, назаритовая. А теперь назарит. Половину так карты мы выкопали. Не, ребят, лазуритовая намного быстрее копает, чем кирка железа на эффективности. Четырнадцатый опыт за пару. За сколько? За 4 минуты. Потому что ресурсы, типа, давайте как раз раскопаем. Как раз раскопаем все. Знаете что?
Так, раскопаем всю эту штуку. Как раз куча опыта на фарме. 16 опыта. Ребят, в этом мире, не знаю, когда теперь, завтра, наверное, должен выйти ролик. Но у меня уже премьера, ну, на другом канале. Я сейчас на Ваня Про записываю, так? Точнее, не на Ваня Про, да. Иван Про ЮТ. Короче, завтра уже должен выйти ролик, как мы выживаем. Типа, я буду выживать в этом мире. С этими же ресурсами. Да. Не, ну зрит, она даже не поломалась. Так, ребят, переходим к концовке. Ну и так, ребята, надеюсь, вам понравился этот данный видеоролик. Подпишитесь на мой канал. Всем хорошего настроения и всем покедова.